Привет! С вами снова очередной обзор от Восточной Акулы. Так, сегодня у нас Кайда CTR 406A. Одна из самых популярных бюджетных моделей катушек, которые идут по классу выше Кобры. Ну, в принципе, та же. Да, та же. Так, смотрим. Берем катушку, открываем. Значит, производитель заявил на ней наличие 6 подшипников. У нас идет металлическая шпуля. Ручка складывается. На ручке сейчас ставят пластик. Раньше был здесь металл. Механизм такой, кажется, что они взяли у... Вот этот механизм взяли у Daiwa типа модели Crossfire, Regal. Вот. Здесь вот такая вот прорезиненная рукоять. Душка лесоукладывателя обычно как проволока согнутая. Сам ролик железный. Так, задний фрикцион. Посмотрим, что у данной катушки внутри. И если заявлены, вот смотрите, 6 шариковых подшипников. Разбираем. Нету стопора. Ну, в принципе, на таких катушках зачем он нужен? Пробуем вытащить плоскогубцами по-хорошему. Так. Левая, правая, правая, левая. Естественно, резьба тут левая. В принципе, то, что левая. Так что, ладно. Хорошая катушка, что там говорить. Опа, механизм. Естественно, нет моментального стопора. Ну, конечно, его здесь не будет. Один шариковый подшипник. Смотрим, видим, да? Красивый. Красиво. Выкручиваем ручку. Легко крутится все. Все, зашибись. Просто зашибись. Открутили. Открутили, положили, поставили. Так. Вот эту хорошую вещь не надо снимать, чтобы снять крышку. Вот что мы обнаружили сейчас. Крышка снимается без снятия вот этой крышки заднего фрикциона. Оба! Это как продумано. Единственное, смотрите, аккуратно, вот эта пружинка, видите, она, чтобы не поломалась. Потому что она вставляется вот сюда, вот так, на трещотку заднего фрикциона. Внимательно. Смотрим, подшипники. Один. Роликового подшипника нет априори. Два подшипника. Складываем сюда. Снимаем аккуратненько. Оба! Да нифига себе, вроде как... Смотрите, значит, мы насчитали тут 3 подшипника. Сейчас посмотрим, есть ли подшипник в ролике лесоукладывателя. Так, берем отвертку. Так, насадочку надо поменьше. Так, опа. Вот он подшипник. Так. 2 подшипника. Это что-то, это что-то невероятное. Смотрите. 2 подшипника идут на ролики лесоукладывателя. Это сказочно. Это просто сказочно. При этом, что мы имеем еще металлический ролик, хорошо отполирован, и 2 подшипника на ролике. Так, итого мы считаем, там мы нашли 3 подшипника, здесь мы нашли 2 подшипника. Получается, 5 подшипников на этой катушке есть точно. То есть на Кайде пишут 6 подшипников, реально мы обнаружили 5 подшипников. Это здорово. Собираем дальше катушку, но мы уже сами как-нибудь соберем, видео не выкладываем, чтобы вас не утомлять очередной сборкой и разборкой. Рады представить разбор бюджетной катушки CTR 406A от фирмы Кайда на нашем канале. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Будем вам всегда рады. С уважением, Восточная Акула!